Так. Все, ладно. Всем привет, дорогие подписчики, с вами Мапик, и сегодня у нас Майнкрафт. Сегодня у нас будут смертельные гонки. Мы будем проходить испытания, наматывать круги. Нужно будет намотать 3 круга. Тот, кто пробежит первым, тот выиграл. Мы разделимся на 2 пары и будем пробегать так. Так что погнали, будет интересно, я это обещаю. А перед началом этого видеоролика мы покажем вам фокус-покус. Раз, два, три. Опа-на! Так, все, давайте все поздороваемся. Привет. Сегодня в нашем видео принимают участие Боб, Мак и Усн. И все. Мы начинаем. Долго? Это не киси-пися. 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 Мяу. Киси-пися. Киси-пися. Мяу. Кто меня убил? Всякое... Жизнь, надо выспаться. Ложитесь. Утром начинать. На свежую голову лучше начинать. На свежую голову. Что за гей на меня сел? Посмотрите на него. Зубы кривые. Кристина, как доктор в больнице, всех спать укладывает. Да ложитесь спать уже, задолбали. Все, надо выспаться. Занято. Я прыгаю на твоем лице, ублюдок. Даня, ты не видишь, что ли? Все, ложитесь. Эй, уже, давайте выспимся. Ну вы чё? Я сплю. Ложитесь уже. И... Где? На старт. Внимание. Марш! Турбоскорость. Болельщики болеют, трибуны кричат. У-у-у-у. Все, они начинают. Я не вижу ничего, мне вообще не... А где все? Ты меняешь скины, блин, как девочка трусы. А спонсор этого видеоролика – магазин «Мир трусов». Это уже говорил. Еще раз надо сказать, если это спонсор. Давай поболеем. За кого? За кого-нибудь. За стену. Стена! 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 У-у-у! Стена! Где они там болеют? Прыгали. Но видишь, болельщики какие? Болельщики. Вот эти таджики строили мне эту арену, и я их запер. Иначе они убегут, надо было к батарее привязать. Кристина? Я не могу выходить к тебе. Арену испортили. Ну ладно. Таджики есть. Да. Таджики же строили, чё? А может это узбеки? Знатоки, пишем в комментарии, это узбеки или таджики? Что это такое? Что за логина? Посмотрите внимательно на этих людей. Они сделали эту арену. Они все на одно лицо. Может это китайцы? Точняк, это китайцы. А армяне, ты посмотри, у них моноброд. Да. А там зомби вообще. И носы большие такого армян. Кристина, ты давай беги. И вот так вот они пробежать должны 3 круга. Не могут пройти первое. Так там лава одна. Зачем это такое? Как там пройти? Вот не ври, все проверено, все строил я, в выживании проходили мы вчера, реально пройти это. Прошли, да? Отвали. И деньги. Деньги, где мои деньги? Кристина, еще удар. И я, опа, крипер. И я, опа, крипер. Смотрите на него. Он хочет к нам, но ему к нам нельзя.
Максим Крипер, убей. Он сюда идет. Да? Ах да, мы же тут заспавнены. Ну-ка, дай рассмотреть тасманского дьявола. Как Кубка Боб, это вообще... Кубка Боб! Ты любишь Кубку Боба? Добей меня. Да, ничего происходит, Саша. Так сложно, что ли? Да. Так, побежали тоже, чё? Да нет. Там лава бесит. Правильно, правильно. Не надо бы этого делать. Можно пару блоков сломать, хоридраться? Нет, блоки нельзя ломать. Вот. Все по-честному. Доигрывай. Доигрывай. У меня осталось полсердечки. Все, давай, хорош. Надо болеть. Оле, 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 оле. Ты че, блин? А? 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 Я за Спартак, а ты? Я дома. Нет, я не боюсь. Ты, Максим, понимаешь, что тебе придется обрезать два видео? Мое и у Кристины. Тебе нравится? Нет. Почему? Поэтому ты стал раком? Хочешь, я тебе помогу? За один секс в Майнкрафте. Согласен? Нет. Зайди на. Да я сдохну. Ты тоже. Вот и все. Поиграли. И Саша погиб. Да я, Максим меня убил, и игра улетела. Так что не трогайте меня. Сережа врывается вперед. Кристина не знает, что делать. Она бежит, 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 бежит. Супер скрышка. Максим. Ну вон, уже на жителя потренируюсь. В следующий раз игра может удалиться. А как он сюда-то попал? Я откуда знаю, как он сюда уходит? Меня это вообще бесит. Ну-ка, может я тоже смогу? Телепортнуться. Прикол, прикол, он в стекле стоит прямо, смотри. Опа! Чё за таджики, блин? Чё? Ты не можешь снаружи? Нет. Да, они снаружи заходят. А может они плодятся-то? Чё сейчас? Не ломай дверь. Зачем ты меня бьёшь? Ножками топ в ладоши, хлоп. Оп. Делай, оп. Мы поём песню для... Да хорро! Напоследок шлёпну. Хрен меня бей. Давайте, проходите. Да там лава. Так и чё лава? Там везде. Там невозможно допрыгнуть. Не поджечься и не сдохнуть. Всё, хорош. Давай по последнему удару и разошли. Я сказал по последнему, Джонни. Кривое брюхо. Отстанет. Да хули меня бей! Это Саша. Я только появляюсь, меня сразу бей. Сразу на удачу, да, удар получай. Ножками топ по рылу хлоп. Мак убийца. Кристина, ты чё ничего не говоришь? Никаких эмоций не испытываешь. Надо в видео, чтоб слышно было. На счастье. В какую сторону бежать, я запутался? Налево. Налево.
делать, как я, как ты, чё, в яму падать? Да. Или в лаве купаться? Давайте, ребята, вам осталось немного, всего лишь 3 круга. Огонь вот можно тушить, кстати. Не ходи, тебе не надо. Я вижу, как он убегает вдаль. Я не могу ему ничем помочь. Тебе что? Тебе может испытание делать, один блок поставить, и ты и то пройти не сможешь. Он даже в дверь не может запрыгнуть. Запрыгивай. Я опять почекся. У тебя что? Об стены трёшься. Как кошка-засранка. Жопу не о чем подтереть, что ли? Черкаши мажешь. Я хочу тебя за стенку выкинуть. Че, Максим, хорош, мир вылетает, отвали. А как я поджёгся? Магия. Да, конечно, не горят, какого хрена. Там вода есть, так что в воду беги. Скажи мне, пожалуйста, что с ним? Ему плохо. Его плющит. Дорогие подписчики, вы это увидите с... Да? Камеры Кристины. Максим, не бей меня, говорит. Ты первый ударил. И чё? В чем смысл тушить эти камни, если они все равно убивают? Они горячие. Их надо сначала подуть. Кристина выиграла, что-то. Ты знаешь, что было в том видео, когда я убивал вас? Я могу начать заново. Знаю. У меня острые кохоточки. Пройди, не пройди. Пройдет, не пройдет, вообще не нравится. Я так-то старался, наоборот, несложно сделать, вы уже не. Вообще несложно. Супер легкий. Все, Максим, отвали. Я 1,5 сердечка. Ну и че? Соси свои 1,5 сердечка. Меня 3. Два. Я сейчас твою кровать сломаю и выкину тебя на улицу. Один. Забирай свои вещи и уёбывай отсюда. О, ночь. Пошел отсюда. О, Кристина уже почти круг пробежала. А, она уже все пробежала круг. Молодец. Один. Ты круг пробежала? Почти. Я тебе... Почти пробежала. Так, давай, Кристина. Я тебе верю. В тебя. Ghostbuster! Мне уже скучно смотреть. Так, так, первый круг почти пройден. Да, она прошла первый круг. Ура! Она бежит на второй, бежит, 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 бежит. Уйди. Вы наблюдаете, как спят долбоящеры. Дорогие подписчики, я вам расскажу про жизнь и... В общем, как живут долбоящеры? Они ходят полусогнутыми. Да, отстаньте. У них изо рта бегут слюни. Они не испытывают жажды, не испытывают голода. Это беспощадные люди. Доменус! Доменус! И они коварны. Кто меня убил? Кристина. На удачу. Ага. Заходи быстрее. Двери закрыты. Механизма нет. Знаешь как? Ешь, сидишь, еда уже не залазит. Такой, залазь быстрее. Максим сказал, уйди оттуда, чё как дебил. А куда ему идти? Сюда. Всё.
Доменус. Ты запарил меня, не трогай. Все тогда отвали. Я так-то болею. Да, всего лишь два круга. Я болею за тебя! Та-та-да-та! Че мне еще делать? Серега, не ломай карту. Ты заколебал, так ты че портишь-то все? Не порчу я! Я маршрут не меняю, я вообще ничего там не меняю. Как мне теперь зайти-то? Сломай голову просто и все. А это... Я с самого начала сказал, карту не ломай. Я не ломал ее. Я вообще еще тут сижу так. Так мы с тобой ждем очереди. Нам осталось чуть-чуть. Сломался. Этого блока я просто сломал. Огненных. Который бесит меня уж. Сжигает меня постоянно. Доменус. Так, интересно. Почему? А! Серега, реально не ломай, нахрена? Я так долго это строил, ты тупо берешь и ломаешься. Нам еще с Максимом проходить. Я хочу, чтобы Максим заревел. Не, не дождешься. Че ты делаешь? Уйди. Я прыгнул тебе на лицо. Это знак неуважения. Я просто буду стоять вот здесь. На 10 тысяч. Кристина, давай, тебе осталось чуть-чуть. По кругу. Убей меня. Убей меня. Не бей меня. Заколебал. У меня пол сердечки осталось. О, я на улице. Там сиди. Пойдем побегаем на улице. Выпусти меня. Сиди за решеткой в темнице сырой. Скорбленный в неволе орел молодой. Не молодой. Пошли. Сейчас погулять. Самое время. Думаешь, чуть-чуть темно. Да. Давай в волейбол поиграем. Зомби? Да, он закончил. Я его убил, ничего. Доменус. Удар по таче, гольф, чё? А чё тут с кнопками, чё тут? О, день. С какими кнопками? Ты там уже дошёл? Ты, ну, как тут? Да тупо подними, беги и всё, это ничего не значит, да. Там ворота. Всё. Так, да. Это заявка на успех. На первый круг только. Вы там всю карту поломали, наверное, да? Я ничего не ломал. Я вообще убежал далеко-далеко. Скажи привет, Боб. Так, Кристина, второй круг. Да, это точно заявка на победу. Давай, последний. И вот началось длинное противостояние длиною в жизнь. Они проходят его очень быстро. Вы увидите, как они бегут. Там, конечно, Доминус. Доминус.
сгорел. Боб строитель. Типа строит. Давай, Кристина, да проходи уже. Я не могу. Я не могу. Вы пустите меня, пусть я люста. Ты там, Максим, знаешь, как моментами режь. Окей? То есть, Кристина на видео запускаешь, как она бежит, и моменты вставляешь из нашего, типа мы там деремся, мочимся до чего-то. Я временно. Что делает вы? Да-да-да-да. Финиширует. Да? Давай, Кристина, давай. Осталось чуть-чуть. Давай. Давай, 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 верю, верю, верю. Давай, последний круг, последний круг. Ура, 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 ура. А ура. Чё ещё не делать? Упади. Всё, молодец. Проходи за. Так ты меня тоже убивала. Вот гнилой, да? Убивала. Зато мы теперь на ровнях, у нас последние круги. На ровнях. На ровнях, на... Я же ради себя стараюсь. Не ради кого-то, а ради себя. Всё, всё только ради себя. Я потерялся. Ну и вали. В смысле, ну и вали? Ну и теряйся дальше. Я умираю? Ты нам не нужен. Так-так. Ну за что, баран, убей меня? Давай, бегай! Мне кажется, я круги делаю просто. Давай, Кристина, выигрывай. Или Серёжка. Так-то ты, Серёга, вообще нечестно поступил. Почему нечестно? Ты сам сказал, убивать можно. Все честно. Никогда на последнем круге. Какая разница? Убивать ведь можно. Вот Кристина вот сейчас тоже побежит. Вы же оба последний круг бежите. Добей его где-нибудь в углу. Отчаянный человек. О, все, давай, Кристина, я в тебя верю. Там чуть-чуть осталось тебе, там зомбиков пройти. Я почти умер. Там вообще ничего нет. Я умер. Пусто. Ура! У нас выявился победитель в первой паре, и это Кристина. Так, теперь начинает вторая пара. Где этот гей? Где он? Пошел ты. Иди сюда, ублюдок. Сожмите. Всем пусти их.